начинаю запись своей игры. Я планирую поиграть в Super MMA Commander 2 DLC. Дополнительный комплект юнитов и исследований. Игра мне нравится. Планирую поиграть опять крипторами. Королями-крипторами. Так, опции звука у меня вот такие. Почти наполовину звук я убавил, чтобы можно было слышать мой голос. Играю в свою... Так, может новую игру? А, новую игру создам. На этой же карте мне эта карта понравилась. Сухопутная карта, не очень большая карта. На 4 игроков я один против троих буду играть. Зелененький будет сложным у меня. Нормал. Нормал это довольно тяжело. Он будет ядерные ракеты пускать. И... Может против двоих уже? Нет, сложно будет. Два легких, один сложный. В общем, два легких и один нормальный. Будут. Они все втроем против меня будут. Второго нормального, если я поставлю, мне кажется, я не выиграю. Или попробовать. Такая будет мясорубка сильная. Не потяну я, наверное. Попробую так побаловаться для начала. Так, значит, настройки у меня: условия победы и убийства командира, спаун позишн, фиксированная позиция спауна. Так, rush таймер, то есть времени нападения нету, дым войны по умолчанию. Открытая территория без юнитов. Ладно, не знаю. И скорость игры нормальная. Без исключений. У меня нету галочек. Нет, то есть все включено. Поехали. Сохраню на всякий случай, мало ли что будет. Слишком много налей. Сохраню. А, начнем играть. Сначала сэкономим на строительстве этих построек. 5% экономия на строительстве. Время строительства 10% быстрее. И увеличиваем радиус радара на 30%. Вот мои первичные, первый научный прорыв. Так, экстракторы материи. Потом мои строительные юниты, бездельники. О. Тоже экстракторы материи поставят. Этот у меня энергию сделает немножко, чуть-чуть. Добычу энергии. Командир в это время поставит. Уже в тупике. А, что-то научное надо поставить. А, ты будешь у меня научные штучки строить. Научные башенки. 6 штучек хватит. Ну все у нас хорошо. Так, о, командир уже все построил. Молодчина. Так, наземную фабрику надо построить. Наземную фабрику. И воздушную фабрику. Или воздушную потом. Сэкономлю. Нет, сейчас. Хорошую постройку не надо откладывать. Строительство. Так, все построили. Потом радар надо поставить. Командир, поставь радарчик. Он недорогой. Радар недорогие. Я зажимаю клавишу Shift, чтобы поставить на очередь строительство того или иного объекта. Один строитель, бездельник. Фабрика построилась. Щит ставлю, радар, зенитку и ракетную установку на фабрику. Сейчас это все появится на фабрике.
Как это крутить-то? А, вот, оно крутится. Можно крутить. Все появляется. На фабрике постепенно появляются дополнительные модули. Все появляется. А где? Во-во-во. Вот это появилось, все потихонечку появляется. А, вот сейчас. Ракетная установка появится сейчас где-то. Где она? Я лично не успеваю увидеть ничего. А. Да, нажимаю. Что у нас? Строится. А, вот, не поставил ночью, ставим. Ставим на ночь. Сейчас все построится здесь тоже. О. Где-то сейчас построится на фабрике. Так, генератор щита появился. О, синитка появилась, здесь радар появится. Радар появился. О, ракета вот. А, это зенитка. Тут будет радар. Ты что? А теперь ракетную кнопку должна появиться. Где-то. На фабрике. Ой. А, видимо, вот это. Вот она. Ну, в общем, вот они все постройки, они все видны. Они на фабрике все. Так, теперь надо сориентировать обратно меня. Ва! Как? Во. О, самолетики стали летать. Как красненькие. Ой, у меня научные исследования надо все сделать. Что ж я? Так. Вот так. Ресурсы сначала. Ой, все надо. Мне все надо. Все мне надо. Это научное исследование бонус. 20% бонус к научным исследованиям. И потом клик энергии. Увеличим 20%. Прирост энергии, добычу энергии. Так, ладно, фабрики есть. Теперь пару истребителей поставим. Десяточек. Да, полезные вещи. Полезные штучки. Пусть они тут у меня остаются. Враги, враги ко мне подходят потихонечку. Надо командир уже поставить. Командир самый мощный, все-таки самый бронированный. Поставлю-ка я вот это сюда. Одна пушка. Ну, ее мало, конечно, будет. Сейчас такая толпа прибежит ко мне всяких роботов боевых. Сейчас ко мне, ну, я уж играл. Я знаю, что должны прийти боевые роботы. Толпа боевых роботов должна ко мне прийти. Поставлю. Так, 10 танков пока. Что у нас тут? Очки исследования готовые. Надо поставить вот это. А, вот это. Гаусс. Пушка Гаусса. Так, артиллерия. Такой, истребители появились. Ну-ка, давай, поработай, истребитель. Где-нибудь, где у меня тут они летают? Давай. Ну, три истребителя моих крутых. У меня истребители очень крутые. Оп, оп, синитка их здесь поджидает. А тут мои истребители сейчас заметили, наверное. Синитки стреляют. Так, этот жив, а тот упал. Так, материи у меня профицит, а энергии не хватает. Ах ты, ёлки-мотал. А этот что стал? Баг, что ли? Баг, что ли? Ошибка какая-то. Мне энергии не хватает. Какая-то ошибка в игре Supreme Commander. Я словил баг. Ну ладно, исправим.
Энергии не хватает. Нехватка энергии. Острая нехватка энергии. Но это поправимо. Энергия — это дешевый продукт. Я ее могу производить много и буду производить много скоро. Так, минут. Сейчас я играю уже 8 минут. Минут через 15 надо противоядерную оборону уже построить. Мощную. Иначе мне кранты. Ну-ка, давайте самолетики, начните вашу атаку. Преследование. Оп-оп-оп. Все, подбили козлика. Так, давай пару строителей добавим. Танчики. Ааа, танчики, спрячьтесь, спрячьтесь, танчики. Под щиты. Так, пушку Гаусса поставил. Все хорошо. Так, одного строителя надо отправить. У меня уже эти шахты защищенные будут. Добытчики материи. Добытчики материи защищенные. Поэтому строитель сможет поставить их в любом месте. И уже отдельный самолетик не победит такие экстракторы защищенные. Есть, все. Апгрейдил. Истребитель, давай работай, истребитель. Оп, молодец какой. Давай, давай, всем. Покажи им всем. Вот так тебе. Ага, последний выстрел. Готов. Молодец. Возвращайся давай назад. Чё ты здесь стоишь? Так и будет стоять? Ну и стой, ладно. Видимо, такие у него настройки. О, успеет он? Успеет. Это бомбардировщик вообще? Успеет. А, чё-то у меня все бездельники такие. Ладно, ставь. Не прыгай на этих танков. Их надо много мне. Танки нужны постоянно мне. Оу-оу. Так, давай. Танки, давайте сюда. Защищайте. Успел? Успел. Сейчас этот танк помрет. Не убей, не убей. Успел. Отлично. Отлично, успел. Так, радар я не поставил. Строитель успел поставить свою эту штучку. Свой экстрактор материи. Свой экстрактор материи. Ах! Так, конверт. Конверт. Давай, так. Захвати строителя. Сейчас он захватит строителя. Если успеет. Захвати строителя. А, не успеет. Строй быстро. Идёшь. Успел! Конвертировал. Оо! Отлично. Он его строит. А, разбирает. Этот разбирает. Конвертировать не получается, что ли? Конвертировать не получилось. Разбирает. А, ну ладно. Все. Давай, строй тогда экстрактор. О, этого я. К себе. Что-то я не планировал захватывать. Ничего. Ну ладно, захватил. Значит, все хорошо. Так, что еще мне нужно? А, вот это срочно и вот это надо. Мне ресурсы нужны для противоядерной уже обороны. Давно уже пора. Так, ты мне давай захватывай экстракторы, опять же, материи. В срочном порядке. Истребители, давайте сюда летите. Наверное. Не. Ту-ту. О, 4 истребителя. Хорошо. О, эти истребители. Сейчас будет битва воздушная. Короткая. Ненадолго. Так, построю еще несколько истребителей. Что будут? Все. Вражеские мобилировщики спеклись. Экстракторы материи есть. Все, строители мне нужны. Ой. Танки. Так, строители. Так,
их 5. А, вот 5 это много строительных появилось. Так. Ой, а это что? Ну ладно, пусть это будет. Еще строитель. Так, ну что, построили? Ой, это вражеские танки. Ой, 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 ой. Мне тут кранты. Мне тут кранты. Где мой строитель? Обратно, обратно иди. Ну, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Что творится, что творится? Где мои танки уже? Где армия моих танков? Тут я ничего не сделаю. Я это уже не захочу. Хочу. Ну и нужна, наверное, артиллерия. Вообще, я попал. Чувствую. Я сейчас не успею противоядерку поставить, то мне быстро придет конец. Вау. Срочно ресурсы нам захватить побольше. Площади надо захватить. Место, место, территорию. Надо захватить территорию. Так, а ты постройка уже. Конвертеры. Потери. 6. 8 штучек хватит. Так, артиллерия есть. А, мне нужна теперь антинук. А. Вот это. Оп, все построил. Уже построил. Так, командиру может... А, нет. Что, командиру? В общем, ты построй мне, давай противоядерку. И все. Мы будем защищены уже. 16 минут, уже пора, пора уже. Скоро будет атака ядерная. Так, строитель, хватит строить. Танчики, танчики. Так, ты построй щиты немножко. Щиты, щиты пригодятся. Так, так. А ты построй уже какую-нибудь небольшую артиллерию. Просто так, на всякий случай. Так, кто-то уже будет строить мне дальнобольную артиллерию. Кто-то построит. Все. Только не ты. А ты патрулируй, собирай материю. Металл там. Ресурс давай. Тоже сгодится. Так. Электроустановки дают мне. Ну-ка, это сколько дает? 6? Это сколько дает? 7,2. Больше дает. Эти неэффективные. Эти эффективные 7,2 дают. А они только 6 дают энергии. На 15% меньше. Ну ладно. Там 400% меньше дают энергии. Ладно, по ошибке я их поставил. Ну ладно, пусть будут стоять. Прямая наводка. Прямая наводка. Танки, танки, где мои танки? А, не нужен ничего. Справиться и так. А, нет, нужны танки, да. Славочка. Нет. Атака захлебнулась. Атака захлебнулась. Но! Я сюда танки отправлю. Давай. Давай, атакуйте. 17 танков, это хорошая армия уже. Так, научные исследования надо сделать. Дальнобойность артиллерии. Ну, а буду, короче, с постройки. Прокачивать. Так, тут у нас что, радар надо поставить. Поставь радар. А, этот, все. Этого я не буду на сегодня использовать. Ты поставь радар. И поставь уже дальнобольную какую-нибудь артиллерию. Не, потом. Сначала противоядерку. Сейчас приоритеты надо поставить. О-оу! Экстракты, где мои материи? Я их использую сейчас. Так, еще раз давай.
17 тысяч. Тысяч. Немало. Тут у меня что-то такое. Прокачаю пушки свои, артиллерию. Прокачаю чуток. Где мои 17 танков? Захлебнулась моя атака. 17 танков было мало. Ну и семерых еще отправлю. Попробую добить. Я смотрю, один экстрактор материи мы все-таки разбобили. У врагов, почему-то отскакивают мои артиллерийские снаряды. Такие щиты у них мощные, чтобы снаряды отскакивают. Так, прокачаем пушки урона, только чтобы был больше. Да? Правильно я понимаю? Да, урон и здоровье на 10% увеличивается. Так, это оружие снимает на время щиты мои, но щиты устанавливаются. Транспортник. Оп, все, транспортник, каюх. Так, исследования у меня отлично прокачиваются. Еще что поставить исследование. Оп, ну-ка мои 7 танков. Далеко прошли. Ну-ка разбейте что-нибудь, уже. А. Ну что, хоть пуганули. Вот. Щит энергетический. Чуть не разбомбили. 7. Это всего лишь 7 танков. Может быть, еще и больше могу. Еще 7 танков сейчас. А может все танки прокачать? Опа! Дальность. Дальнобойность танков на 15%. На 1/6 часть. Увеличим. Регенерация здоровья увеличим. 2 раза. Так, о, противоядерку. Забыл. Раз. И раз. Сейчас их забью. Control 2. Все, эксперимент. Я буду конвертировать энергию в материю и производить противоядерные ракеты. Сейчас, а потом артиллерию дальнобойную поставлю. Мой план. Потом которые будут летать на транспортных самолетах. К врагу. В сопровождении истребителей. Оп, это снимающий щит. Оружие, которое снимает мои щиты. Ну, это ничего страшного. Проблем. Не ощущаю проблем. Так, противоядерное. Время игры 22 минуты. Я не построил ни одной противоядерной ракеты. Но сейчас они уже появятся скоро. Так. Как у меня производство энергии пока маловато. Энергии маловато. Надо еще добавить. Вот этот вот. Энергию сейчас сделает. Да будет. Где бы ее поставить? Сюда, пусть здесь будет. Оп. Давай. Ты ей поставь. Нет, этого я не трону. Ну и ты поставь. Здесь. Еще кто-нибудь один. Давай вот здесь поставь. Сколько простоит? Вот вместе. Я планирую королей крипторов. Где самолетики? О, самолетиков пока много. Танки набрались. Ну, посмотрим, 13 танков прокачанных. Я уже их прокачал, еще чуть прокачаю. Как их прокачаю, не знаю даже. Так, может. Урон и здоровье на 10% увеличим. И еще плюс 10%. И еще плюс 10%. 30% к здоровью и мощности оружия. Конвертируем энергию. И производство противоядерных ракет. О, что там? Что там было? А, да, снимают щиты. Ну ничего, пусть снимают щиты, нет. Да, какой-то строитель уходит. Понятно. Все, прокачали танки? Ну, посмотрим, что будет. Ну, давайте. Подходите. Все, сильный танк. Много сильных танков пришло, щиты разбили, фабрику разбили, превосходно, такие вот они у меня хулиганы, диверсанты,
Прокачаем еще танки. А, здоровье на 10% увеличу. Танков. Да, не особо. Он восстановит, он сразу все обратно построит. Так, ну ладно, противоядерку. Конвертация. Конвертация энергии в материю. Еще противоядерку. О, 6 ракет есть противоядерных. Из 20 возможных. Максимальное количество противоядерных ракет у меня 20. По 10 на каждую установку. Сейчас я уже поставлю дальнобойную артиллерию. Каким-нибудь строителем этим. И будет все круто-круто. Здесь. Оп. О, много. 11 штучек. 11 пушек. Они дорогие. Так, танки до максимума прокачаю здесь. Здоровье и урон на 10% прокачал. Нормальненько. Ого, смотрите. Ну-ну, попробуй. Ну, рискни. Получилось. Конвертируем. Энергию в материю опять не забываем. Еще робот конвертирую. У меня уже много материи. Ну, что-то можно более серьезно. А, короля Кипторки надо прокачать. Теперь. Вот он. Давай строить Кипторов. Толстяк не буду строить, не хочу. Так будет хорошо. Главное не проронить ядерную атаку, и если мои враги будут разбивать мои не другие объекты, не базу мою главную, то надо будет убивать, компенсировать ущерб, строить все обратно. Так. Так, блокируем, энергии много. С энергии, излишки энергии надо быстренько конвертировать. Не забывай. Какая горячая кнопка? Alt-M. Строить. Все. У меня противоядерные ракеты у меня готово. Время игры 28 минут, и меня еще не атакуют ядерные ракеты. Вот дальнобойная артиллерия начала уже атаковать. Никого еще не бил, опыта не появилось. Сюда стреляем. О, по дальним объектам стреляет. О, радар. Радар добивает до сюда. Ой, радар. Так, ну-ка поставим красные. Так, как мне... Красная радио. Когда выделяешь объект. О, мои танчики пришли. О, что-то успевают разбить даже. Так, интересно. А их немного было. А, трон слабоватка. Ну, что ж, танки это самые слабые юниты. И то, что помогут. Потому что я их подпрокачал. И артиллерия. Моя недальнобольная артиллерия. Так, это что? Так, истребители где мои? Истребители стоят. Давай еще немножко истребителей поставлю. Может, крепость поставим? Там у себя и мороки много. 26 истребителей. Зажимаю клавишу Ctrl. Получаю много истребителей. А, криптор аппарат ставит. Сейчас еще одно очко исследований. Альт-М. Сейчас конвертирую всю энергию. О-о, какая толпа самолетов. Какая толпа вражеских самолетов. О. А, ну-ну, сейчас будет воздушный бой. Не будет. Это нам не страшно. Уже нашу базу они не разобьют. Короли Криптора сейчас войдут. Уже могу строить королей Криптора. Конвертируем энергию, не забываем. Постоянно. Я не могу больше конвертеров поставить. Потому что энергия будет конвертироваться по регрессивной шкале.
То есть чем больше конвертеров, тем меньше материи из энергии будет конвертироваться. Вот такой баланс. Апкип называется. Сдерживание максимума. Опа, ядерная бомба знает, куда прилететь. Разбили мои солнечные, то есть минимальный урон нанесли. Потратили кучу ресурсов на производство ядерных ракет. Чтобы убить двух строителей там несчастных. И некоторое количество солнечных энергетических пушечек. Ну, я компенсирую этот ущерб. Ой. Тут самолетики. Смотрите, сюда самолетики тоже прилетят мои. Еще строитель. Сюда строителя. Сюда. Так, ну. Так. Я уже накопил материю, мне только энергии немножко надо. Так, вот теперь не страшно ставить что-то серьезное. Дорогая штучка. Дорогая фабрика. Сейчас как долбанет мне ядеркой сюда. Так, танки я снабдил теперь зениткой. И усилил танки оружием. Так, радар для кого? Для строителей. Сделал радар для строителей. Так, сука у меня. Все. Противоядерная защита работает. Поставлю я еще, пожалуй, инженеров на строительство, на научное строительство. Так, 21 танк прокачанный. Уже конкретно прокачанные танки. Так, и нужен транспорт для моих крипторов, чтобы транспорт долетал до врага. Довозил до врага крипторов. Королей крипторов. Самый мощный наземный линер. Самые мощные боевые роботы. Крупные. Вытягиваем всю энергию. Дальнобойная артиллерия. Артиллерия действует. Ущерб наносит большой. Ну, посмотрим, опыт такой есть. Есть опыт, ну то есть что-то, какой-то урон наносят, опыт у них растет, значит они что-то выносят. Постройки. Так. О, щиты на танке. О, щиты на танке поставили. Щиты на танке поставлю. Конвертирую энергию, ставлю щиты на танке. Где мои танки? А, вот, все, они пришли. Все, прокачанные танки уже пришли. От них нет спасения. Диверсанты сделали свои дела. Вот так вот, молодцы ребята. Так, о, инженер может дальше видеть теперь. Я его прокачал. Так, это что у нас? Так, это что? О, сокращает время строительства на все наземные юниты, на все наземные юниты на 1/6, на 15%. Оно того стоит. Всего лишь 8 очков исследований требуется для такой прокачки. Почему бы и нет? Так. Так, не будем мучить мою артиллерию. Так, сюда пришлю. И строитель сейчас. О, короля Криптора можно строить. Сыпал его. Конечное производство. Так, какой-нибудь строитель. Так, хватит. Конечное строительство этих. Какой-нибудь строитель поставит. Что поставит? Я хочу. Что поставить на строительство? Я не помню. Но я сейчас вспомню. А! Сюда надо экстракторы материи. Сюда надо экстракторы материи поставить. Чё? Есть же депозит. Значит, нужен экстрактор материи. Сейчас у нас все построится. Не забываем конвертировать энергию.
О, какая у нас атака идет. Ну-ка, сколько у нас ядерок ушло? 4. Ну, я компенсирую, сразу строю обратно. Так, артиллерия моя дальнобольная гасит потихонечку. Подавляет экономику врага. О, у этой пушки максимальный ранг уже. Максимальное количество урона нанесло. Почти максимальный ранг. Так, конвертируем. Исследования какие-нибудь надо. А, вот оно. Все. Все мои наземники. Надо, нет. Все, да все. Так, теперь прокачаем транспортный, экспериментальный транспорт, да? Вот он. Он позволит перевозить по воздуху моих королей криторов. Еще 5 очков исследований, и у меня будет протектора. О, поставлю щит. Щит поставлю. Одну эту пушку. Ой, что я творю? Shift не зажал. Очередь не поставил на строительство. Или сначала очистить все это от материи. Да, так, тут все поставлю. Не знаю. Что сделать? Щит поставил, молодец. Да, все, враги уже мне не страшны. Ой, игра подвисла что-то. Так, вот он. Транспорт готов. О-оу. Воздушный бой, воздушный бой. О, воздушный бой. Да, все. Это недолгий воздушный бой. Бой, ой. Что это происходит? Прямая наводка. Прямая наводка. О, не успел. Вот это да. Тут я не ожидал такого напора. Такого напора я не ожидал. Что мне тут делать? Так, так, прокачаю мои самолетики теперь немножко. Оу, да сейчас эта армия мне все вынесет. Я не успею крипторов прокачать. А, успел уже. У меня уже криптор один стоит. Отлично. Давай, покажи, где раком зимуют самолетики мои. Сейчас чуть-чуть прокачаю картинку. О, криптор работает. О, какой уж ядерная бомба сломала мои солнечные батарейки. Криптор, покажи им. Да, патрулируй здесь. Патрулируй. Ой, 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 что происходит? Что происходит? Это мои танки. Ой, 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 что происходит? Ну что же, один криптор против такой большой армии. Криптору ничего не будет определён. Я потихонечку прокачиваю. Мои научные станции. Оу, прямая наводка, артиллерия. Ну, пришли на базу ко мне. Оу, дело серьезное. Дело серьезное. 3 танка пришли ко мне на базу. Как они посмели, ах. Ладно, усилим. Усилим позицию и поставлю все-таки свои экстракторы материи теперь. Ой, что. Так, самолетиков у меня много пока, истребителей. Ох, ядерная бомба сломала мои прекрасную дальнобольную артиллерию. Поломала. Ну, я поставлю еще. Если эффективно. Так, строитель у меня не производится, больше хватит. Инженеров хватит. Что мне построить? Буду теперь конвертировать материю много. У меня ее много теперь. О, очень много.
Противоядерная оборона у меня работает. Так, щиты на самолетике поставлю. И здоровье и урон. Броня и урон. Горячие кнопки буду использовать. Материи полно. Крипторы производятся потихонечку. Так, это моя вторая база. Так, ты давай эту базу мне прокачивай. Щит один поставлю сюда. Так. Ну, посмотрим, куда прилетит ядерная бомба. Ой, ой. Так. Щит поставил. Одну пушку. Одну артиллерию такую поставлю. Один радар. И уже противоядерку. Одну противоядерку ставить нет смысла, потому что враг присылает мне... А, нет, есть смысл, да. Есть смысл одну противоядерку поставить. Так. Ну что, что там? Фу, сюда пришли. Ах вы гады, сюда пришли. Ах вы гады, все хотят меня разбомбить. Ай-яй-яй. Где мои супертанки? Прокачанные. Идите сюда. Сюда. И криптор сюда придет, похоже. Посмотрим, как они против моего криптора постоят. Форпост. Здесь будет мой форпост стоять. Так, самолетики прокачаем. Прокачаем самолетики. Бродсворд. Уходящий меч. А, какой-то... А! Ой! Зачем это нажал-то? Не надо было. Короче, бум, такой самолет. Ах, опять моя артиллерия попала под раздачу. Ай! Какая досада. Ну ладно. Сейчас тут торг не подойдет. А сейчас он не подойдет. Понятно. Ой, ой, самолетик остается. Так, самолетик осталось. О, криптор начинает защищать базу. О, они даже моего строителя не достали. Враги. Так, что здесь, что здесь? Оу, 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 оу. Так, что прокачаем? Прокачаем. Забываю конвертировать. Надо конвертировать энергию в материю. Так, криптор, иди сюда. Какой-нибудь строитель. Нет, поближе какой-нибудь. Давай ты. Экстрактор материи поставим. Успеем. Поставишь. Ага. Ой. Так. Экстрактор материи поставишь. Щит поставишь. Парочку вышек энергетических. Пушку одну. Артиллерию одну. И противоядерку одну. И второй криптор, который будут ремонтировать. Ой, что там, что там за звук? А, щиты снимаю. Вот. О! Это пост. Так, смогу я? Выдержу я атаку. Да, все нормально. Все. Криптор стоит прочно. Где у меня строитель здесь есть? Строителя. Строитель. Ой, командир, атаку. Какой кошмар. Так страшно. Оу, 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 какая атака. Оу, 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 оу. Ай-яй-яй-яй. Командир under attack. Командир, что? Оу. Командир действительно достал аспекта. По-моему. Может, командир покачать чуть-чуть. Командир, покачать. Командир under attack.
Так. Качаем. Мира чуть-чуть. Давай, уже потерялся все. Как они прошли так? Далеко прошли. Так, конвертация энергии. Самолетики надо поставить. Чуть-чуть. 50 самолетиков поставлю. О, на строительство. Так, Виктор у меня здесь. Так. Виктор там, Виктор. Ой, здесь уже два Виктора. Так много больших ущерб. Строитель есть? Строитель жив? Инженер жив. Экстрактор материи тогда ставлю опять. Виктор сюда. А ты построй мне, опять же, эти генераторы энергии поставить. Два. Что-нибудь такое. Пушечки. Чем они? Да, пригодится. Так. Опять. Энергию. Так, хроматерию надо еще поставить. Сюда, который разбили каким-то образом. Так, это командир у меня. Прокачаем потихонечку. Так, Виктор у меня в порядке. Противоядерку сюда. Ой-ой-ой. Хоть бы успел построить. И тут противоядерку. Посмотрим. Ой, я истратил ресурсов, сколько на эти противоядерки. Сейчас, если бомба сюда прилетит... А, нет, сюда не прилетит. На мою главную базу прилетит. А там не страшно. Ой, не осталось, не осталось, не осталось. Ничего. Чуть не проворонил. Уже все потратил. Ой-ой, куда летит? А, нормально все. Все нормально. Так, сюда надо самолетик. Парочку самолетиков сюда надо. Мои где они? Вот такие. Оп. Истребители мои нужны здесь. Так, что мои крипторы? Куда прилетели? Давай сюда. Крипторы сюда поставлю. Так, это криптор. Зачем он здесь вообще сказался? Так, ты поставь уже... транспортный, фабрику транспорта воздушного. Криптор обороняет все хорошо. Этот строит противоядерки, этот строит противоядерки, этот строит противоядерки, все до максимума. Этот конвертирует энергию в материю. Да, энергии у меня очень много, надо будет удалять уже. Вспышку, чуть вспышку не проворонил. Жарко стало. Так, запасы энергии и материи у меня большущие. Огромные просто. Крипторы потихонечку строятся. Поставлю еще несколько строительных, несколько фабрик крипторов. Как их поставить, друг другу не мешали. Тоже, если все получится, атака будет моя мощная. Так, кого прокачать? Моих истребителей прокачаю до максимума. Все, истребители прокачаны. Моего командира надо прокачать чуть-чуть. Конвертируем. О,
успеваю строить противоядерку. Вот и все. У меня всего одна противоядерка. Попал я, по ходу дела. Все, моя база готова. Разбомбили мою базу, наверное. Ну точно разбомбили. Не ожидал я такого. Где моя вторая? У меня нет второй противоядерки. Вот в чем проблема. Все. Я потерял вторую противоядерную машину свою. Командир, командир! Щик на командира. А, ему ничего. Он был далеко. Так, надо быстро компенсировать ущерб. Быстренько все построить заново. Командир должен. А, я не успею. Все, запасную поставлю противоядерку. Ай-яй-яй. Ой, что я прозевал. Все, это все, это кранты. Это мне кранты. Это мне кранты. Конечно, сам мой командир спасется. Все, вот моя ошибка была. Я не увидел, что потерял противоядерную вышку свою. Это он куда отправляет? Опять же, это не моя база. Не моя основная база. Где командир? А, да, там где командир. Вот они сколько запускают противоядерных пушек. Я ни одной противоядерной ракеты не построил. Я проиграл игру. Все, теперь меня эти противоядерки, теперь меня эти ядерные башни замучают. Фильтр даже не поможет. Всего один. Что же делать? Час игры. Без танков, ну никак. Ядерки прилетели. Так, одну ядерку я построил, по ходу дела. Сколько здесь? Ну попробую еще одну построить. Может спасусь. Так, смотрите, где. Попробую. Запасы энергии у меня большущие. Конвертер материи. Конвертер энергии у меня нет уже. Потерял. Все, я проиграл. Самолетик свой потерял. Что это такое? Ах, какой же я неопытный. Какой же я зеленый игрок. Неопытный. Просто нуб. Сколько часов я наиграл в Supreme Commander? Сейчас посмотрю. Сколько часов я наиграл в Supreme Commander? 567 часов я наиграл в Supreme Commander. И играю как нуб просто. Дал себя проиграть. Дал себя победить. За час. Ох, как ужасно. Моя статистика. Все, была главная ошибка в том, что я не заметил потерю своей противоядерной обороны. Вражеские диверсанты разбили мою противоядерную оборону. Надо было поставить лучшую защиту моей базы от танков. Защиту от танков надо было поставить. Защитные пушки и щиты. А щиты бессмысленно. Ладно, игру я сохранил. Реплей тоже сохраню. Зачем он нужен, не знаю. Но он не занимает места. Пусть будет. Отдохну. Может быть, еще поиграю сегодня.